Всем добрый день. Сегодня у нас очередная распаковка, тоже связана с сетью, а именно проводной сетью. Недавно мы распаковывали непосредственно Wi-Fi роутер с гигабитной сетью подключения. Теперь непосредственно стал момент развести внутри дома тоже гигабитную сеть. Связано это с тем, чтобы подключить некоторые устройства, которые уже работают на гигабитной сети. Внутреннюю сеть. То есть, если интернет еще не подключен, только тариф на 100 мегабит, то внутреннюю сеть без проблем можно сделать и на 1000 мегабит в секунду. Для этого нам потребуется коммутатор. Коммутатор мы взяли фирмы Zaxel для того, чтобы обеспечить эту сеть. Причем коммутатор можно настроить в веб-интерфейсе для того, чтобы создать, например, внутреннюю локальную сеть, защищенную и так далее. Для этого служит веб-приложение. Что из себя представляет данный коммутатор? Он состоит из 8 портов и не настольного типа. Он выполнен в металлической коробке с пассивным охлаждением. Внутри нет никаких вентиляторов. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Что из себя представляет коробка? Вставляется вот в такой упаковке. Давайте ее вскрывать, посмотрим, что находится внутри. Внутри нас встречает, как всегда, литература, инструкция по эксплуатации и гарантийные обязательства. На различных языках, а вот русского, кстати, и нету. Так, кстати, веб-интерфейс тоже представлен только в англоязычном варианте. Дальше внутри находится сам коммутатор, 8-портовый, гигабитный, с настраиваемым веб-интерфейсом. С задней стороны находится разъем для подключения адаптера питания на 5 вольт 1 ампер. И здесь вот представлено 8 портов. Кнопка перезагрузки, есть настенный вариант развешивания. Выполнен из металла. Вон, есть даже ножки прорезиненные. И внутри находится непосредственно сам адаптер питания. Да. 5 вольт, 1 ампер. Вот такая комплектация. И давайте сейчас подключим, посмотрим, что из себя представляет веб-интерфейс. Итак, давайте смотрим. Давайте подключимся к веб-интерфейсу коммутатора. Достаточно задать адрес. Изначально она вас попросит пароль. Это пароль, что у меня уже есть. То есть вот такой вот интерфейс. Здесь можно переизначать различные порты, объединять, разделять и так далее. И что из себя представляет меню этого веб-интерфейса коммутатора Zaxel? То есть основная информация, различные порты назначения. Бланы. Различные соединения. Зеркала. И менеджмент, то есть здесь задать новые пароли, в том числе и, например, обновить прошивку. Вот такой вот интерфейс непосредственно для коммутатора Zaxel 8-портового, о котором мы здесь говорим. Итак, как видим, у нас все прекрасно взаимодействует непосредственно с роутером, подключается оборудование без проблем, воткнул и забыл, даже не надо лазить непосредственно в сам веб-интерфейс и настраивать, в случае, если вы кто-то не понимаете, как это все дело настроить. Поэтому, если вам необходим данный коммутатор Zaxel на 8 портов, делайте свой осознанный выбор, я свой осознанный выбор сделал и результаты представил, как и обычно, на этом канале, в этом видео. Всем спасибо за внимание.
кому это было полезно. Всем удачных покупок распаковок. До следующего видео и до свидания.